Место радостных голосов куда-то пропало. Корё с Арам осознают, что понятие родины иллюзорно. Так что же делает их историю отличной от истории других иммигрантов и беженцев всего мира, скидывающих свою идентичность, как старую кожу, по мере того, как они обретают новую жизнь и возможности? Корё с Арам никогда не забывали свою культуру. Они держались за нее всегда. Теперь они идут вперед со своим наследием, напоминающим им об их происхождении. Так же, как песни, записанные Яковым Ханом, является отзвуком поездов призраков и того, что было потом. Ой, мама! Ой, мама!